Так, друзья. Сегодня Несильевская круглая дата, 22 года нашей совместной жизни, нашей семьи. Благодарны всем, кто приехал посетил нас, повидать нас. Мы живы и здоровы. Имеем 7 детей за 22 года. Маловато. Две девочки. Маловато, ну, все еще впереди. Сара вон 8 родила, так что не унывай. Бог даст, будем принимать как своих и любить. Не проблема. Поэтому благодарны вам, что вы приехали, посетили нас. Многих давно не видели, поэтому помолимся, поблагодарим Господа за то, что Господь хранил нашу семью. Желаю также и вам, чтобы у всех, у кого у вас есть дети, семьи, чтобы жили и имели согласие, чтобы жили не только 22, 25, 50, 75, тому сколько Бог позволит. Поэтому то же самое, загадывать наперед не будем, и поэтому доверяемся Господу. И как у нас на свадьбе было написано, что плача, а это от Господа. Ты даешь нам любовь друг к другу, Господь, даешь нам понимание, даешь нам радость, даешь нам дружбу, Господь, и мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за детей, которых Ты нам дал за эти 22 года, Господь. Благодарим за то, что мы имеем 5 сыновей, 2 дочери, Господь. И мы благодарим Тебя, что мы имеем родственников, друзей, братьев, сестер. Благодарим Тебя, Господь, что Ты любишь нас, что Ты заботишься о нас и посылаешь все необходимое, Господь. Ни в чем не имеем нужды, Господь, поэтому благодарим Тебя за все. Просим Тебя, Господи, на этот вечер. Благослови нас в этом дне, в этом вечере, прибудь с нами, Господь. Помоги нам иметь радость общения, и мы Тебе за все поклонимся. Аминь. Аминь. Лена,